Завтра в краевом центре откроется выставка «Цветные металлы 2013». В этом году мероприятие объединит сразу три международных форума: выставку «Алюминий Сибири», симпозиум «Золото Сибири» и конференцию «Металлургия цветных редких металлов». География события в этом году необычайно широка. Свое участие подтвердили представители 230 крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний из 33 стран мира. В рамках конгресса планируется подписание соглашения о создании в Красноярске нового научно-производственного кластера.